Это «Зайцев нет» и наша новая рубрика «Зайчики поясняют». Мы берем песню из топов по прослушиванию на нашем ресурсе и разбираем произведение по косточкам, пытаясь постигнуть потаенный глубинный смысл автора. Начнем с персоналей. Данил Прытков, псевдоним «Нилетто». Молодой музыкант из Ихата, явившись миру посредством шоу-песни на телеканале ТНТ. Уже на отборочном туре стало понятно, кто же здесь батя. Даня творческий человек и пароход. В 2019 году певец выпустил свой первый альбом «Голос черновиков». Также в 2019 году Рунет взорвал трек «Любимка». Песня человека, который умеет танцевать и прекрасно разбирается в том, как заставить танцевать других. Давайте рассмотрим, что же таит в себе, что таит в себе текст композиции. И просто трачу свой прайм на тебя, 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 тебя. И просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Я просто трачу себя, я без дачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба. Между нами война, между нами пыльба. Между нами вода, между нами вода. Песня строится на простом взаимодействии противоположностей. Есть он и она, между ними война, пыльба, вода, что является символом страсти или зависимости друг от друга. Песня интересна не столько внутренним смыслом, сколько развитием, процессом раскручивания разными словами и тембром голоса одного и того же. Это достойно анализа. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. В вступлении герой жалуется, что тратит свои силы и время на нее. В первом куплете становится понятно, что между ними страстные и воинственные отношения, что даже пьяный врач говорит, между ними стрельба. Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет. Пьяный, кажется, нужно понимать, как опьяненный. Герои будто пьяны своей страстью, а подобное может быть увидено только подобным. Разделение водой – это философский отсылок древних греков. Вода, она же вита, она же жизнь. Между героями жизнь, целая жизнь. Ни хуй не понял. Ну, очень интересно. Время пострелять, между нами пальбау. Попадаешься, застаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя. Всего себя на тебя. Это дедлайн, я потратил весь прайм. Для меня нужен скайлайн, чтоб отсюда слинять. Между нами контра, это Mortal Kombat. Ты вампир, я Blade 2, в первом он без ствола. Во втором куплете нарастает количество отсылок к поп-культуре. Появляется Skyline, икона уличных гонок, автомобиль Пола Уокера. Начинается второй части, ставшей сагой кинофраншизы «Форсаж». Контра. Все геймеры 90-х поймут, о чем идет речь. Кадры из игрового процесса можно лицезреть в клипе на данную песню. Mortal Kombat. Kombat. Потяня. Kombat. Еще одна икона игровой индустрии, ставшая именем нарицательным. Самая непонятная строчка остается «Ты вампир, я твой Blade 2. В первом он без ствола». При всей неоднозначности она звучит естественно и вписана в текст не зря, хотя по сути развивает ту же тему любовной борьбы. Явно герой проигрывает эту войну. Был табель, а стал холостым. То есть из боевого перешел в категорию имитационного и не знает, где находится его любимка. Возможно, герои пытаются делать вид, что они не любят друг друга, а певец проигрывает, поскольку она остается в сердце, а он только бесконечно он тратит силы на нее. В этом же куплете герой заявляет, что это дедлайн. И он проиграл, поскольку она попала в его сердце, значит, он влюбился.
добился. Снять просто не получится, потому что она уже в сердце и останется там, как соднящая рана. Чего, блин? Время пострелять, что на мне пасть, бау, 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 попадаешься, остаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя, силу себя на тебя. И я без ствола, без ствола, как без тебя. Буду без ствола, ла-ла-ла-ла. «Без ствола, как без тебя» отдает неким милитаризмом в духе фильма «Цельнометаллическая оболочка. Сцена муштровки». Это моя винтовка. Для войны, а тем более для любовной, нужны инструменты и оборудование. Любовь как война. Давно известный мотив, но тут он расширяется до популярной культуры. Бонжур, ёпта. Песня, если подытожить рассуждение, написана человеком, который на «ты» современной массовой культуры. Подача у песни однозначно рассчитана в первую очередь засесть в умах и плейлистах прекрасных девушек. И как на войне, осколками этой бомбы посекло очень многих. Подписывайтесь на наш канал, лайки, колокольчики, чмоки-пупсики.